Наши танцоры продолжают покорять вершины пьедесталов. Сборная из Северного Казахстана приняла участие в республиканском соревновании, которое прошло в столице нашей республики. За минувшие турнирные дни спортсмены привезли более 15 наград. С подробностями Тамерлан Тлеубаев. Упорство, профессионализм и элегантность. Спортсменам Северного региона не раз удавалось сохранить звание лучших танцоров в стране. Они снова подтвердили данный титул, одержав победу на республиканском чемпионате. Турнир прошел 10-11 апреля в столице. Наша сборная вернулась с триумфом. Домой ребята привезли 4 медали по 4 возрастным категориям. К слову, танцевальные номера были представлены по латиноамериканской и европейской программам. В эти же даты, когда мы были в Нур-Султане, в следующий день в городе Караганда проходил турнир мировой классификации по другим танцевальным направлениям, которые очень активно в нашем городе развиваются. Ребята успели потанцевать и на чемпионате, и кто танцевал в субботу, сразу быстренько переместились в Караганду и танцевали там, тоже заняли очень хорошие высокие места. В Караганде выступали юниоры, молодые люди выиграли серебро. Также участие приняли детские пары, взявшие на турнире 3 призовых места. На сегодняшний день театр танца «Сенситив» и его коллектив являются постоянными победителями различных республиканских соревнований. Они имеют 7 гран-при и 18 первых мест, потому на чемпионате Евразии состав показал себя достойно. Когда нам сказали, что будет проходить чемпионат Евразии в городе Караганда 10-11 апреля, мы с большой радостью там, конечно же, поехали, нас поверили. Вот. Ну и слава богу, мы как бы съездили, показали достойный результат. То есть, скажем так, отстояли честь нашей области. Вот. Привезли 4 кубка, 2 медали золотом. У танцевального коллектива большие планы. По словам художественного руководителя Ольги Ростовщиковой, «Сенситив» может получить известность в других странах. Так, танцоров пригласили на международный чемпионат, который пройдет в Лос-Анджелесе. Наши спортсмены полюбились отечественной публике. Теперь время расширять горизонты. Тамерлан Тлеубаев, Раинбек Бегужаев, служба новостей.